Привет. Дорогой, ты знаешь, а ты ничего. Аппетитная булочка. Только мини-булочка. Какая миленькая у тебя комната. Прикольная такая. Есть даже... Что это? Даже брелок для ключей есть. А тебе так не жарко? А так не холодно? Можно мне не раздеваться? Можно. А зачем тебе этот хлыст? Как только я тебя увидела, поняла, что ты мой принц на белом коне. Принц, а не конь. Нет, ты не конь. Ты мой проказник-щеночек. Опа! Супер! Кто написал на диване? Нет, это все кот. Нет. Да. Нет, собаки не говорят. Собаки лают. Виляй хвостом. Каким хвостом? Виляй хвостом, виляй хвостом, виляй хвостом, виляй хвостом. Плохая собака, плохая. Голос. Ну и как с этим? Дать вкусняшку. Нет. Почесать пузико. Нет. Может, приласкать? Нет, нет. Тогда что хочет мой песик? Хочу, чтобы меня выгнали на улицу. Неидеальные мужчины. Прикольная легкая комедия на вечерок. Неаполитанец Габриэле совершает классическую ошибку заядлого игрока, залезая в долг на 50 тысяч евро. Вместе со своими близкими друзьями главный герой неожиданно обращает внимание на то, что некоторые любвеобильные женщины не отказываются провести с ними свободное время, пока их супруги наслаждаются просмотром поединков престижного футбольного соревнования. Вскоре Габриэле и его друзья принимают решение использовать интересы женщин к себе, чтобы поправить финансовое положение, еще не подозревая, что каждому из них суждено встретить настоящую любовь. Если вы ищете простой, легкий фильм, который расслабит вас после рабочего дня, то «Неидеальные мужчины» — это идеальный вариант. В нем присутствует все то, ради чего и смотрят такие фильмы. А именно, это простой, но забавный сюжет, прикольные актеры и качественная съемка. Фильм не то чтобы достоин высших похвал, но он и не достоин того, чтобы его проигнорировали. В общем, это типичный итальянский фильм с присущим им юмором и колоритом. Моя оценка — 7 из 10. Милый, ты отлично научился доить. Поняла, с кем ты имеешь дело. Может, подставим его, подбросим в машину чего-нибудь? Нет, не выйдет. Такой, как он, сразу заметит. Полифем, кофе. Отдай его корове. Корове? Тогда завтра утром надаю сразу капучино. Ты гений. А ты ничтожество.